Вчерашние церемонии награждения не отличались тем пафосом, который свойственен нынешним. Не то, чтобы это хорошо или плохо, а просто это так. А вот что, безусловно, было плохо с точки зрения советских гимнастов, так это то, что на 5 снарядах в финалах отдельных видов гимнастического многоборья сборная Советского Союза не выиграла ни одной золотой медали. Вольные Франко Миникелли, конь Мирослав Церер, кольца Такеши Хаята, опорный прыжок Ямашита, брусья Эндо. И вот остался финал в соревнованиях на перекладине. Той самой золотой медалью, выигранной вот только что, Мирослав Церер и не думал как-то уже отбывать номер на перекладине. Нет, к его номеру, как видите, готовились всей сборной Югославии. Всем ее наличным, тренерским, врачебным и прочим, скажем так, вспомогательным составом. И вот он вышел на снаряд. Очень слабо доносится до нас в этой трансляции шум трибун, но тут характерно то, что в принципе какие-то звуки в зале раздавались. Это, по крайней мере, в момент выхода Югослава на снаряд, когда он начал свое выступление. Но чем ближе подходило к завершению, тем тише становилось в зале. Только начинался. И хотя планка столь высоко выставленная для всех соперников Мирославом Церером действительно внушала почтение, но когда же это спрашивается, советский гимнаст выходил на помост, пугаясь оценки соперника. Да не было такого. Потому Юрий Титов вышел на снаряд собранным, сосредоточенным и не более того. В одной книжке я прочел, что, наверное, по поводу подобного, скажем так, исполнения очень большой, очень важной работы, подвига, кто-то выразился, что вот Геракл, наверное, так выходил на свои подвиги. Сосредоточенно, но никак иначе. Юрий Евлампиевич Титов был и абсолютным чемпионом мира. 20 лет возглавлял Международную федерацию гимнастики. Но все это было потом. А тогда это был участник советской команды, который еще не удалось выиграть ни одной золотой медали на этом олимпийском турнире. Команда первенства проиграна японцам. Многоборье проиграно японцам. 5 снарядов проиграны другим спортсменам. И хотя медалей к тому моменту наша команда уже собрала целую связку, но это же советская команда. И потому все, что не первое место, это и есть поражение. Правильно? Потому-то с таким напряжением Юрий Титов ожидал своей оценки. 9-8. Это меньше, чем самому высокому мастеру. Борис Шахлин, наверняка прокручивая еще раз всю комбинацию в голове, подошел к снаряду. О да, это был уникальный гимнаст. Во многом первопроходец. Его выступление на перекладине было не просто очень, было не только очень сложным, высоко оцениваемым, оно было невероятно эффектным. Пожалуй, вот тогда-то и зарождались советские традиции выступлений на этом снаряде, квинтэссенцией которых, наверное, многие считают то, как выступал на перекладине в лучшие годы своей, это не другой. А потому, с точки зрения вот командного итогового успеха,
было очень важно, чтобы Борис Шахлин получил оценку как можно выше. И он получил 9,85. В итоге опередив Юрия Титова на 75 тысячных балла с итоговой суммой 19,625. И все бы, знаете ли, ничего. И уже могли бы, если не гордиться выступлением советской команды на этих Олимпийских играх, наши начальники, то как минимум считать его удовлетворительным при наличии, ну, хотя бы одной золотой медали у мужской команды, если бы не лучший гимнаст планеты образца 1964. Ведь завершал весь олимпийский турнир вообще, и финал в упражнении на перекладине, в частности, никто-нибудь, абсолютно олимпийский чемпион Юкия Эндо. И та оценка, которая уже ждала суммирования с результатом выступления в финале, была настолько высока, что уверенности в том, что Шахлин и Титов Юкия Эндо обыграют, не было никакой. До этой самой секунды, когда Юкио со своего тогдашнего сложнейшего соскока приземлился. И я горжусь этим знакомством и с Титовым, и с Шахлиным, хоть и шапошным. И я очень горжусь тем обстоятельством, что мне довелось говорить слова об этих выдающихся гимнастах, глядя на их молодых, на их задорных и на их победоносных. Гимн Советского Союза наконец прозвучал в этом зале после выступления гимнастов. В честь гимнасток он звучал многократно. Но вот, наконец, флаг СССР был поднят в честь выступления мужской команды. Поверьте, это было важно тогда, это важно и сейчас. Спустя много-много лет.